Сегодня я стал эндерменом для того, чтобы затроллить Фласку. Помимо того, что я научился телепортироваться и брать блоки, я также получил несколько крутых способностей. Например, у меня есть свое карманное измерение, в котором я могу прятаться. И самое главное, это то, что Фласка не будет меня слышать. Но получится ли у меня ее затроллить до тех пор, пока она не поймет, что это я? Давайте проверим, но мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и заспавнился в теле вот этого миленького эндермеша в этом мире Майнкрафта. И я в этот раз решил выбрать эндермена для того, чтобы затроллить Фласочку. Ну и как любой уважающий себя эндермен, я, конечно же, умею телепортироваться на недалекие расстояния. Помимо этого, как и любой эндермен, я могу брать блоки в руки. И сегодня мы что-нибудь у Фласочки разберем, так скажем, почему бы, собственно говоря, и нет. Ну и так как я эндер-существо, я умею телепортировать вещи из инвентаря Фласки в свой инвентарь. Но это еще не все. Этот эндермен обладает одной офигительной особенностью. И эта особенность заключается в том, что у меня есть свое карманное измерение, в которое в случае чего я могу отправиться. Там у меня есть некоторые вещички и так далее. Но первым делом давайте отправимся к домику Фласочки. Главное найти, где она живет. Потому что она каждый раз переезжает в новую деревню. Я не знаю, зачем она это делает. Видимо, у нее какой-то прикол. Не любит на одном и том же месте останавливаться, поэтому давайте вычислять ее. Ага, я вижу ее ник. Это значит, что там есть ее домик, но для начала я покажу вам свое карманное измерение. Прямо сейчас я нахожусь в нем. Оно выглядит вот так. Выглядит как-то странно, но вообще оно таким сгенерировалось. И здесь есть шалкеры, в которые я сложил уже динамитик, огнево, так скажем, подзорную трубу и всякие атрибуты, которыми я также буду сегодня троллить Фласочку. Но для начала нужно вернуться на то место, где мы были. И давайте-ка мы немножечко начнем разбирать ее домик. Так, сидит, что-то там вешает. О, окно себе сделала. О, боже, что такое? Что за штуковина такая? Так, не смотрим, не смотрим. Да в смысле не смотрим? Я за стеклом. Так, ладненько. Давайте-ка возьмем ее блок. Оно уже ушло. Аккуратно, повара. Чего ты что? Не понял! Стену верни! Стену верни! Да куда? Куда? Ай-яй-яй-яй! Так, подожди. Фласка, по-моему, с ума сошла. Так, ладненько, давайте-ка мы в свое карманное измерение сгоняем и возьмем здесь что-нибудь. Так, возьмем немножечко динамита, огнива, и я предлагаю взять... О! Иглобрюх в ведре. Звучит интересненько. Так, возвращаемся. Опа, она... Так, так, так. Ой, она меня заметила или нет? Мне кажется, ей вот эта дверь не нужна. Что за звук? Ну ты че? Ну ты типа приколист такой или че? И вообще, какого фига ты берешь мою дверь? Ты не должен уметь брать двери. Ты можешь... Где? Я могу брать, что хочу. Где эта штука? Ой, заверла мою дверь. Мне нужно дерево на новую дверь. Так, мне нужно верстак. Ага. Давайте к Фласочке подойдем поближе. Что-то она какая-то сегодня злая немножечко. Я вот заметил, и меня это пугает немножко. Так, а теперь мне нужен верстак. Кто? А это ты, шопочник? Слышь, дверь верни. Дверь верни, я тебе сказала. Да куда? Пили обратно. Не верну я дверь. Я тут еще верстачок повзаимствовал. Да куда она за мной бежит? Она ж меня никогда не догонит. Иди сюда, я тебе устрою. Кузькину, матрешкину, иди сюда. Да он пропадает все время. Странный эндермен. Подозрительный, подозрительный. Ничего подозрительного, просто обычный эндермен. Слышь, ты. Слышь. Чертила, а где верстак ты? Где? Вот жопа. Ага, так. Я, кстати, не знаю, где верстак. Давайте-ка еще достану до печки или нет. О, достал. Да куда ты мою печку спер? Верни печку и верстак тоже верни. Ну, блин, дед, ладно, сейчас верну. Орет что-то на меня так. Не понял. Забираемся. Так, крафчу новый верстачок. Ставлю сюда и печку сейчас сделаем. Так, а вот здесь вот будет иглобрюх в ведре. Не достаю, блин. Куда? Куда? Ладно, оба. Блин, нет! Нет, иглобрюшка, иди сюда. Ай, вода же меня убивает. Что за звуки? Я не понимаю, что происходит. Пошел отсюда. Да куда? Так, ладненько. Во. Еда! Да какая еда это? Это был вообще-то... Как раз кушать хочу. Да-да, кушай, иглобрюха. А, ты что тут делаешь, чертила? Пошел отсюда. Так, подождите. Ой. Так, ладненько, нам нужно что-нибудь еще взять. Что у нас есть? Ведро лавы, подзорная труба может нам понадобиться. Возвращаемся обратно. Ну, блин, ладно, так уже быть. Фласочке дверь вернем, а то без двери выглядит не камильфо. Ей вообще нормально тут? На меня отравление. Сколько оно еще будет? Ладно, посплю. О, лежит, спит. Да я не могу поспать, меня дамажит. Твою кукурузу, да ё-моё. А нечего было иглобрюха жрать, вот тоже гений. Спукнок.
Да ё-моё, а уже утро, по кайфу, слышь. О, как бы уже утро, да. О, отравление прошло, можно поесть. Так, действительно, так, я думаю, что... О, дверь. Откуда? Ты вернул? Я эндермен-строитель, поэтому я думаю, нужно немножечко вот здесь вот переделать. Мне не особо нравится, как это выглядит. Так, ага, ага. Ты чё делаешь? Ой. Стену верни. Стену верни. Я тебя по-хорошему прошу. Стену верну? Так, давайте ей покажем. Ой-ой-ой-ой. Бить! Да блин, она просто заставила все обратно. Нужно еще что-нибудь поделать. Вот, вот здесь вот это не в тему. Оба. Куда ты трогаешь? Да куда? Не трогай мою хату вообще. Не трогаю, не трогаю. Да откуда? Да ты. Так, ладненько, ребят, у меня есть кое-какой план. Давайте-ка мы куда-нибудь подальше отойдем. Подзорную трубу в руках видно? Нет, не видно, балдежненько. Так что мы будем вот отсюда шпионить за Фласочкой. Че она будет делать, мне интересно. И вообще, я скоро проголодаюсь, мне пожрать что-нибудь. Ладно, ждем Фласку. Ага, что-то там мутит-крутит. Че она делает? Ага, ой-ой-ой. Так, заходим, надеюсь, она меня не увидела. Не видела. Или увидела. Ах ты, собака сутулая, ты что там стоишь и пыришь на меня? Иди сюда. Все, вроде мы увернулись. Так, а что она вообще вышла из дома? Где она? Ага, а что это ты там делаешь? Не понял? Так, ладно, давайте просто свалим. Давайте на дом куда-нибудь залезем. Отсюда можно наблюдать более беспалевно. Но меня все равно видно очень сильно. Ну да ладно, что она стоит? О, лопата, кайфы. Сейчас мы накопаем песочек. Мне нужно восстановить мои стекла. А то этот жопошник Эндермен чертила недоделанный взял. Все поломал, мне зачем? Вопрос, хороший вопрос. Да, я вообще ни при чем здесь. Я просто решил перепланировку дома сделать. И все. Так, где эта собака сутулая? Не понял. Тихо, тихо. Вроде не видно. Ладно, надо пойти и все домой переплавать. Да блин! Откуда прилетел? Сюда иди! Так, подождите! Ладно, все, надо в карманное измерение. Так, подождите-ка. Вообще, надо бы воспользоваться вот этими двумя вещичками. Так что оба, возвращаемся, оба на дом. Так, вроде не увидела. И заберем вот этот блок. Так. Оба! Что за звуки? Будто где-то тут какая-то штука рядом, не помню. Показалось, значит, ладно. Да, показалось. Надо мне переплавить, надо что мне, песок. А где уголь? Уголь есть? Уголь есть. И вообще, это не обычный динамит. И сейчас вы поймете, почему. Так. Что за звуки? Не понял. Это что за фейк? Да, ребят, это фальшивый динамит, который просто так не взрывается. Но в один момент Фласочка привыкнет к тому, что это фальшивый динамит. И мы его подменим на настоящий. Так, она дырку заметила? Вроде не заметила. Что за дырка в моем потолке? Собака сутулая! Собака сутулая! Да не собака я и не сутулая! Я эндермен прямоходящий! Так, а ну-ка. Делаем вот так вот. Да что за звук? Это хватит! Хватит тут свою эту штуку! Подозрительно, мама так не умеет. Чего это не умеют? Умеют, еще как умеют! Кстати, ребят, забыл сказать, в этом измерении карманном я начинаю регенерироваться. Так что постоим здесь немножечко, отхилимся. Я думаю, достаточно. Возвращаемся. А вот и Фласочка. Ну пока не хочется подменять динамит на обычный, а то она только недавно переехала. О, торт. Ну ты можешь просто пойти куда-нибудь, а? Вот куда-нибудь там, куда-нибудь. Ну не трогать меня. Мне и так полхаты восстанавливать после тебя. Черт ты, недоделанный. Какой черт, я эндермен. Ну что ты пыришь, иди отсюда. Вот собака просто сутулая, не понимаю. О, у меня зато есть еще один верстак. Опа. Так. Ой-ой-ой, нет, у меня. Сюда иди. Иди сюда, ты черт. Иди сюда. Сюда иди. Ага, что типа? Типа ты сыкла, да? Подожди, если не трус! Ну давай, давай, поговорим! Слезай, трус! Я не трус, но я боюсь. Так, ладно, оба! Отсюда, отсюда! Ну ты надоел! Я вот попу чую, ты не эндермен, ты кто-то! Не может обычный моб в Майнкрафте спавнить инди, даже я его не умею спавнить! Да, я его просто поставил и поджег! В теории, эндермен это может сделать, наверное. Так, ладненько, надо что-нибудь разобрать, а то у Фласочки слишком ровный дом. Слишком какой-то он идеальный. Вот это я думаю лишнее, и вот это я думаю лишнее. Все забираем. Так, надеюсь, она не видит меня. И не будет никаких ко мне вопросов. Почему не видит?
дом так странно стал выглядеть. Оба! Так, ладно, мне надо в шахту. В шахте мы кое-что достанем, чтобы этот чертило мне больше не мешал. А так как шахты рядом нет, значит, надо сделать свою шахту. Ага. Я на раскопке. Так, она свою шахту пошла делать. Хорошо, давайте-ка мы за ней проследим немножечко. Так, ага, ага. Будем ее преследовать, будем шпионить за ней. Так, так, так. Главное, чтобы она голову вверх не подняла. Вот я только подумал о том, чтобы она голову не подняла. Она взяла ее и подняла. Тут никого нет. Да, ладно, никого нет, так никого нет. Ой, я что-то нашла, походу. Это что было? Не понял. А что это было? А ничего не знаю. Я просто тут мимо проходил. И все. Шахта! Вот это по кайфу, слышите, а мне... Где она? Я ее... надо. Я ее них даже не вижу, я не понимаю, где она. Так, ладненько, придется спускаться вниз. Че она тут позас... Не понял, куча земли какой-то. Так, ладно, придется брать блоки в руки. Ага, вон она. Оба! Это что за подстава? Собака сутулая так и знала, что сейчас придет за мной, за моей попой. Да кто? Ничего никто не знал. Оба. Так, 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 так. Забираем, забираем. А где она есть, вопрос? Железо вот это не надо. Так, я тоже железо вижу. Ага, по-моему, она там. Так. Все, в карманном измерении безопасно. Так, ладно, нужно вернуться к ее домику, пока она там в шахте копается. И здесь что-нибудь починить. Что-то у нее, знаете, какая-то она сегодня агрессивная. Вот надо ей дом побрить немного. Вот так, я понимаю. Вот это красота, лепота, а не дом. И вот тут вот возьмем. Так, 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 так. О! Ой, не понял. Да куда? Куда? Так, все, она меня потеряла. Вроде потеряла. А где она? Непонятно, непонятно. Не понял? И где она есть? Так, так, так. Не понял. Куда-то она заныкалась. Знаете, ребят, мне теперь страшно как-то куда-то идти. Так, вроде ее нигде нету. Вроде бы... Ага. А, я тебя увидела, ты жопошник с ручкой. Слушай, вот ты так удивляешься на этом фоне, ты нет. Я выделяюсь на этом фоне. Вот меня больше всего и напрягает, что я выделяюсь на этом фоне на зеленом. Иди сюда. Иди сюда. Да куда иди сюда? Стреляется. Давай, давай, о, уже темно, пока. Ну и что ты с домом сделал? Что у меня дом такой? Интервены телепортируются от стрел, так что все нормально. Куда иди? Ты на крыше моей тусишь, да? Давай, давай. Не понял? Ничего я не тусю тут, я этот, немножечко дом доделываю. Ничего не знаю, так вот это лишнее, по-моему. Но... Реально лишнее, и без этого хорошо. Не понял, что за звуки подозрительные. А, нет, это моя стрела, блин, я думала, это, ну ладно. Так, кучу всего я накопала, пора пойти поспать. Правильно, правильно. О, кстати, мы же можем телепортировать вещи из ее инвентаря, надо этим воспользоваться. Так, она спит, пусть она пока что спит. Так. О, доброе утро. Ой-ой. Не понял. Что-то ты как-то пристал ко мне подозрительно. И все делаешь то, что обычно не делают эндермены. В смысле? Подозрительно. А что эндермены не делают? Все они делают. Ой-ой-ой, так, подождите. Так, так, так. Я мой лук, он сломался из-за тебя. Я настолько много в тебя стреляла, что он сломался. Не ломался. Так, что у нее? Стрелы на моментальный урон 2. Где она их вообще надыбала? И куда она пошла? Со мной луком, что ли? Раз у меня нет лука, будем играть по другим правилам. А вот это мне уже не нравится. Вот эти вот другие правила фласочки обычно до добра не доводят. Опа! О, попала! Да почему оно все ломается, блин? Ну и ладно. Собака сутулая, хату мне тут поломала. Ничего я не ломал, я немножечко дом видоизменил. Зато смотрите, какой красивый стал вроде. Да вот это еще лишнее, правда. Вот это немножечко надо убрать. Вот так вот. Ой, это лишнее. Так, вот ничего не было. И вот здесь уберем. О, вот это я понимаю, хоромы. Красивый дом теперь стал. Чем бы тебя тут угасить? Есть у меня кое-что интересное. Чем меня там угощать она собралась? Или угасить? На! Куда? Блин, на себя, на
кинула. А, это слабость, это не то, блин. У меня взрывное было. Так, на урон. Я понял, у Фласочки шиза. Так, она видела хоть раз эндермена, который стреляет из арбалета? Только, подождите-ка. Надо у Фласочки повзаимствовать вот это. Ой! Сюда, иди! На! На, иди сюда! Да погоди, давай, иди, кей, смотри, смотри, чё? Эту стрелу я в опу запихну. Иди сюда быстро и жри курочку. Так, ладно, ну чисто в теории мы можем сделать вот так и вот так. Зелье моментального урона, иди сюда. Она хочет видеть зелье моментального урона. Да блин, куда они падают под меня? Не понял. Блин, у меня зелья кончились, нужно еще взять. Слышь ты, чертила. Ты где? Алло, не понял. Какая чертила? Я не чертила. Так, вот это, я думаю, тоже лишнее все. Ой, эндержемчуг, кто-то потерял. Да-да, на меня это не сработает. Не сработает. Эндержемчуг, смотри. Это частички твоих братьев. Вот, ты должен это взять и закопать. А, еще валяется. Ю-ю-ю-ю-ю. Давай, бери. Она хочет, чтобы я взял. Да-да-да. Так, ладно. Глупенькая Фласочка. Что с дома? Что с дома? Вроде все нормально. Есть у меня тут небольшой вариант. Я вот так вот сделаю. Вот так вот. Так, так, так. И вот так, и вот так. Что она делает, интересно? Нифига себе, такое поле из этого. Теперь, когда этот жопошник подойдет, ему попа. Да-да. Она меня не видит, да? Так, давайте-ка сделаем вот так. Где он? Да блин, где? В дом? Ладно, давайте. Да блин, оно далеко не летит, отстой. Да за что? Дома нету, ход переезжать придется, как всегда. В общем, все, отправляемся в карманное измерение. Ну а на этом, я думаю, можно закончить этот... безумно... Здесь была Фласка. Чего, блин? Она издевается, что ли? Не понял? Надеюсь, меня тут никто не найдет, а? Да ты тут тоже? Да. Ну ты меня преследуешь или что? Я только нашла это укромное место, и ты тут. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скрэйч, всем удачи и всем пока. А у меня еще и карманное измерение отжали. Видимо, мне придется теперь жить здесь. Но, что поделать.